Добрый день, на связи компания AXE, и сегодня мы расскажем вам о наших новых выключателях для светодиодных светильников и лент. С вами ведущий Сергей Ручкин, поехали! Для начала хочу напомнить вам о том, что на нашем канале есть большое видео о том, как выбрать ленту, блоки питания и контроллеры к ней для решения абсолютно разных задач. Ссылка на него будет в описании. Мы прокачали наш шкафчик, и теперь в нем присутствует подсветка, которая может включаться как при открытии одной из створок, для этого используется двойной выключатель на преграду, так и с помощью взмаха руки, выключатель, который так и классифицируется на взмах руки. Немного подробнее о выключателях. Двойной выключатель позволяет включать свет независимо от того, какую створку шкафа вы открыли. Очень удобное решение как для двухстворчатых шкафов, так и для шкафов купе. Не нужно использовать отдельные датчики для этого. Датчики работают даже со стеклом, как в нашем случае. Выключатели такого типа бывают двух вариантов. Первый – это выключатель на преграду накладной, и второй – выключатель на преграду врезной. Также некоторые врезные можно использовать как накладные. Они отличаются наличием держателей для использования их как накладных. Датчик выключателя на взмах руки реагирует на простое движение и включает свет. Датчики этого типа также бывают врезными и накладными. И также могут быть врезными и накладными одновременно. Все датчики бывают как белого, так и черного цвета, что позволяет незаметно вписать их в любую корпусную мебель. Еще в наш шкафчик мы установили профиль с двумя светодиодными лентами. Одна из них RGB, вторая Bicolor. Они подключены к контроллерам, которые позволяют управлять лентами с помощью пульта дистанционного управления. В RGB ленте есть возможность выбрать любой цвет или даже перелив цветов в зависимости от настроения или общей концепции дизайна. Лента Bicolor имеет два варианта свечения. Это теплый и холодный белый, ну а также их сочетание. Ленты подключены через специальный контроллер, который принимает сигнал от пульта дистанционного управления. Пульты для лент можно удобно расположить в специальных держателях. Они могут крепиться как на стенке шкафчика, так и на любой другой стене. Вот такие интересные и удобные варианты подсветки датчиков и пультов управления мы представили вам сегодня. Ссылки на все продукты, представленные в этом видео, будут в описании. Ну а заказать это все можно на наших сайтах axe.by и axemebel.ru. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.